После каждого трая Какого между нахуй траями Нио в 10, натуре? 10, 10 Ебаный минут, сыр. блядь, сидим, вот это вот между траями, блядь, это вообще пиздец. Поссать 30 секунд, пока рыбу хаваешь. Муж он срет нахуй, откуда ты знаешь? Ну это, блядь, уже значит Ты можно уже, срать. блядь, подольше нахуй. Это уже нахуй тогда Но терпеть не надо. после каждого трая. Хаваем рыбу. Лафайте его сразу. Да запускайте на ходу, да, если не Ну. пугается. В натуре. Принимайте готовность, пойду запускаю. Пухи, еще раз говорю, переоденьте вместо оранжевых. Да переодели, запускай уже. Да, Эволов, ты смекаешь, когда тебе, блядь, давать сокру или нет? Или ты не Да, я ему вкупляешься? сказал, он даже не дал ее. Да, блядь, надо не это, нахуй. Надо, чтобы он сам начинал понимать, когда ее давать. Да, блядь, пока назовешь, нахуй, понимаешь, там секунда, нахуй. Пока он скажет, секунда задержки, нахуй, секунда у тебя в голове, пинг, нахуй, и все, блядь, уже нахуй сакра не нужна. Я тебе объясню, блядь. Сакра нужна, когда появляется Феникс, нахуй. Феникс когда появляется, блядь, крыльями взмахивает на весь рейд и проходит дамаг по всему рейду. Если... Бейте активнее, уёбка. Играем, блядь. Дарте, сбеги. Ты обрати внимание, блядь, может сам раздупляться начнешь, а то вот так всю жизнь на командах, блядь, так не получится нихуя. Играем, блядь. Милики отошли. Прям ко мне ведет, нахуй, я понял. Ну, да. В метку веду. По молоку. Я думал, чтобы меня ебануло, нахуй. Не, ну я думал. И это тоже. Приятное с полезным, да? Думаешь, рейд. А чё бы нет, да? Ебать, мне нравится, как озвучили этого пидора. Я так и знал, что Славе нравятся пидоры. Ну да. Не пидоры, а как озвучили этого пидора. Все догадывались. Даже не пидор, может, а может озвучивал не пидор совсем. А может это нахуй это все? Нахуй, да, 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 нахуй. Все правильно. Может во время пула не будете пиздеть? Согласен, да. Тома не проебить. Тома, ебаного. И бидона. Не туда, на пульте, пожалуйста. Филоник. Или забирай. Милики отошли. Оббегайте там заранее, а не в последний момент. Старайтесь. Лучше, блядь, проебать 1000 ДПС. И убить первого трая босса. Че, больной что ли? Сейчас ты приболеешь у меня, блядь. Как ДПС там проебать, пожалуйста. Давай. Так а нахуя ты тогда сейчас спрашивал? Я думал, ты сейчас будешь давать. Сначала я прыгу, потом сделай. Возбудила вот это не дала бы, получается, да? Завалите. Лук грипните. Полтаем оранжевые пухи, одеваем посох юза. Кто там рыгает?
А чего пушка не надевается? А что это такое? Кстати, компот висит, да? Оно, оно должно висеть, конечно. Дотки, наверное. Бидон, где щит, блядь? Где щит, сука? 100 тысяч абсорба, блядь. Сколько раз объяснять? Стелси, где пуха, блядь? Где нахила пуха? Вселенский вдохновитель, где? Быстренько лутать побежала. Что за хуйня вы? Первый раз тут нахуй? Вот, какой Вилови должно быть? Молодцы, нахуй. Молодец, Вилови, блядь. Хилы остальные, блядь. Бидон, нахуй. Стелси, что за хуйня? Фаза 13 секунд. Щит имба. Щит и пуху, вселенский вдохновитель, одеваете, блядь, вытаскиваете, чтобы юзать могли, нахуй, на панель, блядь. А, хилы, достану от меня, где вы? Я подбегу, не боюсь. Все, фаза пошла. Так и знал, блядь, чтоб хуй забили, блядь. Ну иди сюда, говно собачье. Жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. С двоих отпили. Отходим. Ты мимо меня не подходи близко ко мне. Не заебал. И за дота идти сразу. Рынич на бабе. РДДР набираем. Друг от друга. Лок, отойди немножко, блин. Ну, блядь, дяденьки посерьезнее дамажат. Ну вообще он дает больше, чем ты. Тихо, ну. Сука, дяденьки. Там не пизди, блядь, больше, чем ты, блядь. Это было бы стрёмно, если бы ты меня не передамажил. Ничего, я после про товары лока сознам, вы охуеете, да? Про товары не танчат, ничего не знаю. Ну, понял, нахуй. Бабу, да? Так, бомба 3 секунды, милики. Отошли, милики. Двадцать 7 секунд, 25. Немножко дольше в этот раз. Так, милики, отошли. Витя, у тебя аура включена? О, во, не доставал, я понял. Да я вроде, блядь, тут почти в упор стою. Фаза 8 тык. Здесь притык идем. СС по водикону есть? Да. Я босса бьем. Геро, припор. Юля, забирай. Из допада придержим, чтоб своих убить. Из допада? Угу. Все правильно. И лужу смотрим на полу, нахуй, не въебитесь. Кикните каст один. 10 секунд. Юля. А чё, ну... ВВП притворись. Вот. Мне вообще в порядке. Юля в каст стоит, не знаю. А ФК стоит? Стоит? Ну вот, она ничего не делает, она просто стоит, смотрит. Пасифея, стелси. Так, Керус, этот, Мэтфокс Керуса, Керус Пасифея. Вводи, Юля, ты тут? Бьем, дамажем.
Так, фулбавка, сколько при стебе обновляем быстрее и дамажим максимально быстро. 4 БР еще есть. Ты твоя сокраешь, да? Я свою знал. Стараюсь сейчас максимально рейд засчитывать, чтобы если сокры не будет, чтобы не пробило. Лоша, есть ПСК? Феникс вон скоро будет. Эволов, смотри. Готовься. Визуально видишь. Так, контроль 12. Уже можешь давать массакру. Подкату скинешь. Ну, нормально. Контроль 2 секунды, 3 секунды. Своих убиваем. Быстренько. Бидон. Бидон вставал. Так, я Мурлокоса резаю. Мурлокоса Виланию. Боссу фул. О, нормально. Два БР. Лапку каскового пристабав. Мурлокос, Мэтфокс, по инеру скиньте оба так. Бидона. К фениксам не подходите, милики. Феникс, не подходите, там лоу хпшный череп. Керус стелс, вот Хьюри тоже бидона. Можно всегда такой ДПС? Да бейте феникс. Яйцо все, яйцо все. Меньше пиздежа, блядь. Яйцо быстрее. Потом второго феникса и опять яйцо. Все, феникса. Вадикон потом впал, закинь. Отошли, милики. Милики, отошли. Яйцо. Яйцо быстро, милики подошли, бьем. Так. Возвращаем метки на хило, чтобы вы не забыли. Бидон, по-моему, был... Квадрат у тебя, да? Стелси крестик. Фулл ДПС. До взлетки 10 секунд. Взлетка. Хуя. Дрэнджи друг друга. Проебал чуть-чуть. И дамажи. Проебал ДБМ. Взломанчи. Не проебите никого, хилим. Тубовки жмите. Всю хуйню жмите. Я щит нажал. О, щит заебись на эту хуйню. Падение 2 секунды. Все, фулл ДПС. Захилимся на фулл. Юлю поднимите. Яйца вышли. Под боссом, под боссом, под боссом. Блять, бичи, сука. Этот. Равист. Авиланию ресы. Не вставай. Вот теперь вставай, теперь вставай быстрее. Mm-hmm. Вадикон будешь редера ресы, сейчас взлетка будет. Ресы быстро вставай и захилить его. Этого. Кош там прожми какую-то хуйню. Разлетелись на раньше. Друг от друга разлетелись на рейндж. Сука, вместе не летайте только. Пиздец, бидон вдох. Ярти, да и хуй с ним. А, я не могу. Ладно, я знаю, где на хп, короче. Он почему-то именно не нажимается. 5, 4, 3, 2, 1. Дамажим. Блять, где босс уходит? Дамажим. Чехоты пить. Яйца под возле босса. Под боссом, нахуй, говно лужа. Яйца, блядь. яйца под боссом. Ну да, эти взлетки перса будет. А почему на мне босс? Это баг. Стелс и ТТМ. Войт Иннер в мордаун. Не надо мордаун Иннер, блять, так пизданул-то. Да заткнись, блять. Яйца под феникс. ВП Хант, почему сдох? Чародейское разрушение 12 тысяч.
Пиздец, он сейчас будет убивать всех фениксов тут. На взлетке надо попытаться нет, добить. На дебаф босса смотрим, может быть берса, баблы еще буду. Готовьте. Баблы готовьте, если что. Бьем босса, да? Да? Next взлетка же берса. По-моему, на третьей. Next взлет. Лока захильте, ведь я не достаю до него. На и хуй на него, блядь, похищение жизни пока стоит. Падать быть. Что, берса? Да, наверное. Да, берса. Баблы, берса, баблы. Берса, баблы берса, жмите, берса. Баблы жмите, быстрее паладины. Да, он через баблу. Эволов, все баблы жмите. Лям, добиваем на дотах. Хуярьте, шпшник, тучку готовь. Тучку готовь сейчас. 200 тысяч добьем. Тучку жми, тучку. Повезло нам, что у него берса не на это, не на взлетке была. Да. Блять, я нажал щит, блять, и танканул, блять, две пиздюлины. ДПС на фазе, видишь, с этими, с дуралеями, очень сильно влияет на эту хуйню. Да, потому что там, когда ты раньше убиваешь, он запускается раньше, ну, типа, дольше, больше времени у тебя его. У тебя берса не на взлетку выходит, а на земле уже, я так понял. Залупка, ну, это выпал. Грудак опять половский не выпал, если что, блять. Вот так. Ну я рот ебал нахуй. Ладно, скажу еще раз, в ТЦ без просьбы. Инра не лить вообще. Ну, блять, вот, дали уже это, все, это. Не надо уже ничего там возникать. Я дали говорил тебе это уже сколько лет, блин, подряд. Все, не надо ничего, блять. Дали тебе уже, не надо бубнить сидеть. Ну, блять, босс. Нет, блядь. Я буду бубнить. Если тебе дали, уже ты его можешь, ну хуй с ним, напиши канцлауру, да от меня, блять, если так тебе надо. А линканите, какая танковская ШС? Нету. Танковская нету. Там нету? Ой, ну да. Танки лохи. Без шеи, да. Там, по-моему, только ДДшная шея. Так. Чё, Ольга, ты хочешь, чтобы план привести в действие? Так, чё ты говоришь, там да. Выпало? ДКшный да, кому да. Идёт? ДКшный кому идет? Сейчас надо. Так. Тут по 4 у всех. Констебла удалить нахуй надо, бича, блять. А, нахуй там каких бичей надо удалить. Вообще-то у констебла Т5 было. Похуй вообще. Ну. Нет, не похуй. Похуй, нет, не похуй. Нет, не похуй, нет, не похуй. Похуй. Ну, он там, этот, или посещение, или, получается, МВП Хант кто-то забирает. А у Ханта, он в МВП Ханта есть, да? Так, там да. Либо Пасифея, либо АЕ. А что АЕ? Второго в рейде нет. Третий кусок, приор, смотрим. Я тут сижу на замене. Кто на замене? Ну, одно дело. Ну, на замену ты кусок. А ты потому что вылетел, блядь. МВП Хант выше всех забираешь? Третий. А у него есть грудь. Пасифея забирает. И ноги. Подожди. Стой, сколько у тебя кусков? Два? Нет, два. Руки и грудак, да? Да, мне плечо нужно было, но это... Следующий кто там? Ну, Пасифея следующая идет. Пасифея. Так, у него, получается, будет третий. Да, да. Так, Пасифея. Получается... Все, летим ЗС, получается? Да. А у кого-то... Ну, а воин, жрец, друид, там Мэтт Фокс. Так. Мэтт Фокс это второй, да? Подожди, у него, по-моему, грудак был. У меня грудь. У него грудак есть. Первый. А, давай есть. Рависту? Типа. Рависту ж надо, наверное. Пандовик же будет. На том, когда я так наказал. Так, Равист такой получается, да? Ну, получается, Равист забирает, да. Или выйдут третий. У меня, блядь, один кусок только. Кто тут третий увидел? А, ты ж на друиде, блин. Ну там Керус есть 0 кусков, надо ему или не надо, я вообще не знаю. Ну, бля, ну там смотрите сами. Он Рависту пишет, дайте. Так, получается, что это? Пасифей третий и Рависта третий. Да. Рудак. Летите там, блядь, ставьте шкаф. Я на мага. А у Пасифеи какого куска не хватает? Который сейчас упасть, этот самый штаны, да. Но... Если сейчас не выпадет штаны в паладин, что-то там... Это у тебя Аравис не открытый, вообще никакие куски там на этом. У меня никакие не открыты, но 4 воронки уже есть.
Ну там уже к 4, наверное, копить тебе надо. Брудак записал. Ну я буду потихоньку. Так, это у тебя сова. Замена. А у тебя ром какого не хватает куска? Ну, замена плюс нити. Я сейчас зайду туда. Так, штаны, крит, АРП, кожаные. Кому надо? Все, кроме штанов есть. Надо святую хуйню? То есть нам нужен такой же лут сейчас, как с Келя, да? Или может этому отдать Керосу? Пускай, ну, в идеале, да. Так, нет, с Келя не надо. Плащ, Келя, крит, дух. Надо кому-то? Такое, как с Келя, не надо. Так, кольцо, меткость, РПБ, блять, агильная, охренная. Сюда нахуй надо. Лёха, тебе не нужна она? Так, всё там, замена плюсанула. Чё ещё раз? Нет, я захожу. Вот. Кольцо агильное, которое с меткостью. Нет, всё, понял. Скажите, как все зайдут там, понакину. Так, что получается? Ну, вепон начинает шиковать. Ну вот смотри, когда пухи полутали, там идет 4 моба ресают. Там ты частицу держишь на том, кто держит бабу. Потом, когда 4 мобов убили, ты перерешиваешь частицу на холи дринка, на протопала, который водит фениксов. Вот, и все, и до конца боя уже на нем, потому что фениксы его бьют постоянно. Вот. И держишь частицу на нем, а хилишь МТ и Вилашу. Вот, ну или кого там кто просел, чтобы от света небес ему хилил всю мелизону. Вот. Я, конечно, не хилил никогда эту хуйню, но примерно так делают хапалы. Че, это летим? А, ты накинул. Вот только вопрос у меня, АЕК с какого босса? Он был все, по-моему, с этого. Салара. Я думаю, он там, блядь, с вылетами со своими. Может ему отнять, блядь? Почему? Он сидел у Келя. Он там вылетал, мы его взять хотели на Келя. Нет, я один раз вылетел из-за того, что пакет не настроил. Я настроил его. Ладно, похуй. Полетели в ЗС. Так, ну, пока на замене. Сердали кто-то продает? А чё, призан это самое с лока идёт или как? Нет, можно я пойду в ЗС-ку? Можно. Только я рогой пойду. Кто это говорит? Ну а ты рогой заберёшь что-то? Нет, он не заберёт. Кто он это? Не заберёт рог. Кто это говорит? Какая рога? АЕК. Типа, точно. Чё он хочет? Ты не заберёшь. Там боди по приору выше тебя. Да, твой рога чилит, блядь. Ну, кроме этой пинки, другие шмотки там есть. Но он, Миликов, дохуя, ты позиционируешься как маг. Я тебе говорил, блядь, РДД, но намного нужнее, блядь. Миликов 12 реди, но не уперлась никуда, блядь. И сейчас босс будет сложный, блядь. Слепец, потом сразу каратрес. Там РДД нет, лучше. Сейчас будет волноступ, потом каратрес. Вот таким макар. А чё? Почему всё так всё странно? Всё правильно, так и надо. Всё правильно. Все правильно. И вообще там нахуй это. Кому там сплетение надо сейчас сесть на мишку нахуй на кота забирать? Навивание он. А, ну и пускай забирает. А он заберет Глеба? Глеба. Кого? Кого? А выбрать? Глеба не заберет его. Почему? Только если мне все уступят, а у него шредера нету. Всем. Там да. Боди ходил. Да. Шредер заберет. А, ну вот пускай забирает. Ну тогда можете меня сейчас заменить, потому что я писал, что я всем ухожу. Ну и там Лёха может забрать. Ну вообще-то еще не 7, блядь. Давай побьем, блядь. Может, карася успеешь убить. Или что, тебе прям сейчас уже выходить? Да не, я просто сказал, что типа... Ну мы не можем, я давай. Я верю, что АЕК есть. Надо по максимуму постараться закрыть, окей, потому окей. Что у нас завтра и холидринка не будет. И вообще, блядь, надо карася ебануть сейчас. У нас 1.5 часа надо ебануть. Что там есть, да, мод, блядь, я уже... Минимум 3 босса, максимум 5. Мы на рыбу бежим, сейчас вот за рыбу поставим шкаф. Кстати, призан, что, он на НХ обратно заходит? Ну пусть шкаф только поставит пока, а потом сумнем уже, когда всех сумнем, он зайдет сумнем. Надо тогда быстро сумнеться, чтобы шкаф не пропал.
Болотный твердозуб, нахуй. Под водой тут, нахуй. Я уже плыву в трубе, ебать. Ты тоже знаешь мое имя. Ну, Вадикон, дай уцеплюсь. Мы даже забыли собственное имя. Моя прелесть. Хуя себе читер, блядь. А с коня ж никак нельзя слезть? Ну, не с коня, а с этого, с летающей хрени, когда ты летишь по маршруту. То молоко там в инсте, блядь, я еще не вкурил. Нет, тебя за сумоним. Мы уже сумоним. Мы уже сумоним. Сумоним, блядь. Сумоните, я, блядь, тоже буду сумонить. Вы там лифт проехали, сумоните снизу лифта? Мы там, уже в озере рыбы стоим. Молодцы. Фигурку коня своего тыкни и свалишься с ним. Да, ты пока на замене, ты все равно не залутаешь. Шкаф рабочий. Проще всех засумонить, а потом одного призм. Ну все, призм, заходи на шамана, мы уже посумоним тут. Чего, блядь? Чего китух говорит? Нажми глобал, говорит. Это у меня нормально. Ебать. Это дота кто-то играет? В дотку, ну ебашь. Может, ты ноги у соки ты можешь сделать? По-моему, да. Сейчас гляну. Это красная. Там, да, блядь, да, шкаф, да, не исчезнет. Принимайте, ебаный, блядь. Мы... Да, могли. Сука, мордаун, принимай. Вы чё, блядь, шкаф сейчас давайте исчезнет. Давайте быстрее, шкаф исчезнет и пиздец. Керус, принимай. Где там? Призен заходит, да? Да, на призм. Да. Только не кикай его спать, чтобы он зашел и был в инсте, блядь. Где он там? Заходит? Ну, грузится ж, наверное. Где он там? Он зашел? Леха, дай там пристаб... Ой, протобав, блядь. Ёбаный, ну где он? Пристабав, может. Ставлю рыбу пока. Зашел, принимайте. Принимаем. Ну тыкните, ёбаный рот. Хаваем. Масло мажем, блядь. Мне будет спекаться в хила или в 4? Так, или дай спекаться? Подумать. Дай подумать, кто там в лов, бидон, стелт, блядь, хуй знает нахуй. Я вот тут, может, эрдрушник надо будет вместо твоего ретрика. Бурлокос, как? Не-не-не-не-не. В этом касте мало разбавить. Дайте пристабов. Чё, не-не-не, кто это? Я вот не забыл. Я говорю, пятый хим. А Мэрдру там на двух боссах нужен. Давай, давай спекнусь в Мэрдру. Ну я просто что не знаю. Да похуй, давай в 4, блядь. На ДПС понадеемся. Ладно. Похую, блядь. Слава, у тебя есть полироль красный? Так тебе там и шары надо. Ну чё, пизданулся, блядь. Давайте бить уже. Потом доделаешь все это. Все, ловим? Давай, что, проверка. Все готовы? Да. Никаких шансов нет. По хантам каски. Мордаун по каску дать. И поварам. Морде дайте каску. Че, рыба вылезла? Ну там каски бафает, я говорю, заберите с консилятора, танки, танки, там. Ёбаный в рот, вы чё? Больше после гея дашь ПС-ку? Или тоже скину? Беги, малышка, беги! И дамажим. Хуя, мы 30% ему сносим. Выныриваем.
Смотрим, стражи идут. ДПС. Вот страж, заберите совы, ёбаный. Спасибо. Прыгай в воду, нахуй, не ссы. Чё, в воде не достанет? Не бьет в воде. Стражи в приоритете. А бабу чё грибнуть? Канцелятор, хукмастер, блять. Помогаем, блять. Грибнули один раз, нахуй, и второй раз, блять. Вас трое ДКшников, Юля еще есть. Хули, маба, сюда грибайте, вот где стражи сейчас умерли, блять. Хули вы его, блять. Всегда так будем бегать. В следующий раз грибните. Убиваем. Чтоб в пачке быстрее я был. Где рыба ебаная? Сейчас вылезет. Сейчас плывет. Гоша, поясочку! Ой, прости, я сейчас дал просто мага. Я понял, нахуй. Так, все правильно. Там просто промахнулся. Да, мы против фростмагов санкции скоро введем, не беспокойся, нахуй. Да, да, да. Один. Только где фростмаг, а где собака? Ничего, ВХ будет, блять, будет фростмаг там. Хорошо. Чилить, нахуй. ВХ только через мой какой-то спек, ребятам, давали. Водомет. Через полгодика соберем. Меряем. О, Слава, то же самое, ВХ через полгодика. Не похуй. Это у меня ВХ через полгодика. Давали, давали, мороли. Очередь дойдет, и Слава меня опять откинет, нахуй. Сейчас рыбу убьем, накинем. Выныриваем. Дима, следующее дам тебе. Блять, я головой уперся в эту хуйню. Охуенно, просто, блять, мимо кастую, блять. У меня весь экран в слове мимо. Такая же хуйня. Почти по мой экран, ебаный хули. Там один еблан норовист. Хуёво. Ладно, Ром, чекай, сейчас кольцо падает. А, бля, буду, кольцо падает, нахуй. И я его забираю. И я его забираю. На ним выныривают, я... Ушительницу на острове РДДшников убейте. Так хуй там Вадикон заберет. Вадикон уступает, ой, бэй-бэй. А там еще Мэтт Фокс есть. Ну он тоже уступает, бэй. Шо, осилим добить, нет? Давай, Дима, 3, 2, 1... Да. Да нырнет по-любому еще раз. Два раза по 30 снег. Да. А сейчас 40. Сейчас их закуткует, нет? Нырнет по-любому. Да ну, с пола гера было. Посмотрим сейчас, как экзекутка заряжает. Макс, закинь в бетона и надо. Мэтт Фокс закинь. Чтоб Гоша не просел, блядь. Беги, да малышка, беги! Ныряю, ебану. Я тебя накинул чисто... О, нихуя. Это тебе карма. А там... Ой, бой! Пошел за РЛом, называется. Тихо, нахуй. Чё, ГП дадим мне? ГП раком. Это ГП, нахуй, 100%-ная, блядь. Хули ГП, блядь. Я просто... Я нырнул, я не понял, тут вода мутная, ебану. Да, да, да. Давай, 25 не вижу в чате, нахуй. Пиздец, блядь. Я говорю, это карма. Там просто моб спящий. Мне ебало. Вот видишь, блядь, мы не одни такие. Ну, Локос тоже, блядь, отхватил. Я кривому ебал, так что я не виноват. Блядь, уебался. Танки, танки, вообще виноват. Пока забери. Какого хоть ты подъебал от забежал? Ну. Нихуя. Только не падайте все, ебаный. А где 25? Тяните уебка, нахуй, с РДД этого. Я охуел. Такое тело под водой. Посмотрите, как мое тело под водой выглядит. Да пиздец. Что ты нахуй? Где 25? Не вижу. Мы немного заняли. Смотри, ебаный скрин делаю. Тело смешное, блядь. Ты что там? Сморкаешься, что ли? Ля, ля, как он... Слава, хватит худеть.
Чё флудить-то, блядь? Босса 2 ляма. Нормально, вот я на правом экране смотрю, как ты валяешься под водой. Пиздец, мне красава. Доп ебал. О, это надо. Это надо. Ай, блядь. Это обоим доп ГП. Обоим. Обои 2, нахуй. Обои 2? Обои 2. Чё, кольцо выпало? Да, откуда? О, вот. Его нету в поле, забей. Вот оно, кольцо твое. Может, че, есть там как-то резнуть, камень, блядь, с обрыва, блядь? Ебать, что я пиздатый? Да, не побеждали, ребятки. Че, есть там? Я вот тут под водой, ебаный. Алло. А я не могу тереться, ты не в поле зрения. Ну так подойди сюда, к краю, блядь. Какая-то деревяшка. Да, вот прям нырять, дебик, нырять лежит, не надо, ебаный. О, красава. Лежит. Сейчас полежишь ты у меня, дебик. На волноступ пойдем. Побежи направо. Шея, крит РП. Бисовая. Лёха, у тебя там полироль есть красная в заначке? Макитош, мое имя. Кто? Полироль красная есть? В банке есть. Крит, меткость, пояс. Сейчас. Хуета. Пояс. Сейчас на меткость не будет хватать, ты говоришь. Ну, локус тебе надо? Да. И... А, зайду на Марагрима варчиком за кольцом. Ну, заходи. Ой, я отказ нажал случайно. Я консул жму, если чё. Мы сейчас куда сначала? На... Кидроса, да, идем? Так. Витя заскамил меня на мы забой. Идем на я понял, нажимаю. Ступа, а потом на карася. О, извини, извини. И заскамил, получается. Осколок был, осколок был, осколок был. Да, осколок был. Понял. Да тут нет осколков. Ну, Слава проебал осколок ГПМ. Там на Волане осколок был. Слава. Чё, погнали, чё стоим все почти тут? Ну, танки где там? Да вон сейчас шнырь сюда придет и... Ну. Да, Ванюшка, отвечаю вам. Давай, Лёха, зови его, ебать. Так, делаем ставки. Заразный, не заразный? Не заразный. Да, хорош. Какой он тогда? Обычный? Матрёшка, скорее всего. Смотрите, только второй, я не помню, куда он идет. Сюда заворачивает или нет? Да, я помню. Да похуй, вон уже пол хп. Сейчас, главное, чтобы с этого лужи не было. Готовьтесь отбегать еще или два мелких. И этот, мордаунт не с пультом нахуй мобов, они подходят в свою сторону. Сейчас. А, все нихуя нет. А, нихуя. Я вся делал только ноль ошибок. Нет. Давай моба, чтобы не уходил, ага. Там Гаргулья сагрила мобов справа, если ну, долбоёбы, блядь, сука. Ой, блядь, как гаргульщики эти гаргульщики ебаные, нахуй. Бараны, блядь. Сука. Мастер, ты опять гаргулью ебаную вызвал? Нахуй ты ее вызываешь, блядь. Кто-то просит ДПС давать тут или чё, блядь? Где-то хорошенько ну, хилю. Пошел воронка фарм. Вот она, воронка. Ладно, зальёв я. В натуре, блин. Цифра фарм, да? Бля, при натуре, прикинь, сейчас с каждого моба нахуй по воронке, блядь. Ага. Ты себе в штаны насрёшь тогда. А чё я-то сразу, ты собирался срать тогда, блядь? Это было вчера. А, сейчас уже переходил, да? Твоя очередь. А можно историю поподробнее тоже? Гоша, блядь, ты чё, копрофил, блядь? А ты что, сомневался, блядь? А вы что, так удивились еще, да? Я вообще охуел просто. Вот, не удивляюсь никогда. Лес ему тех бичей. За еще навар зайду. Боша, я за тобой цепанусь, отойду на пару минут. Бичи вообще-то на водомете дохнут нахуй, блядь. Я понял, я не на водомете сдох, если что, блядь. А чего ты сдох? Ты посмотри, блядь, в деталях смерти, блядь. Его крылом уебало. А это потому, что он мне инер закинул. Тебе, блядь, сейчас на СТПЦ еще закину. Что сделаешь? На СТПЦ закину еще, блядь. Блять, вот тогда точно сдохну еще. Нихуя. Идем направо, мы идем. Теперь направо. Я эту теорию буду проверять. Развинчивать миф. Направо, нахуй. Куда пошли, направо, блядь? На стоп справа. Нахуя мы направо идем? Потому что так надо. Нормальные пацаны налево не ходят. Потому что тебе перчатки не надо, нахуй. А мне я надо, наоборот, мне надо я перчатки. Все поменялось. А, я могу поздравить тебя, нахуй.
Ну я тебе говорю. Это уже от тебя не зависит. Мы идем сюда, потому что сегодня холидринг отдыхает, а завтра нет. На работе будет завтра. Перчатки нужны? Да, и мне без разницы. Ну я просто хочу. Я вообще ничего не прошу и ну все, это охуенно. Я просто говорю, что я, ну. Да, причем здесь. Это сделано для того, чтобы вы не думали, какой-то кусок там первый, какой-то второй, будет каждую неделю варьироваться рейды. Ну, нихуя. Одну неделю ОКО, другое ЗС, и так чередовать. А на третью неделю начнем с Вайши, нахуй, просто будем десантироваться, прям, блядь, к ней, нахуй. На третью неделю начнем с Эдуара. Хорош, вот это плюс. Блядь, можно было пробежать же. Да похуй. Надо, вон воронка, блядь, сейчас посыпется. Будете меня волонить себя, так хоть представить. А чё у тебя такое, Волов, случилось, блядь? Что это за хуйня? Что у тебя случилось? Что такое? Мойти ему? Ну, не знаю, сейчас объяснит. 30 часов без сна, нихуя. Нет. Я хуй знает, блядь. Не пробовал поспать. Я в ахуе, блядь. Ну так. Вроде сон пиздата тема. Часик попробуй, потому что сейчас босс, на котором нужен хпал. Вот, часик попробуй. После вот сейчас каратреса убьем вот этого пидора мыльного, нахуй, и тогда иди. Потерпи немножко. Ну если я совсем... Я 30 часов. Ну если совсем, блин, ну я хуй знает. Будешь тупить. Ну, в крайнем случае ты зайдешь, блядь. Я хуй зайду я нахуй. Вон там, блядь. Есть кое-кто, нахуй. Я ебал, нахуй. По крайней мере, это. Да, блядь. Я могу зайти. Я же не бич. Там дохуя вон этих. Но надо два хпала. Да. Ну вот Авелания и второй. Я всем ухожу. Да, или похуй, у тебя еще вон 15 минут, сейчас хуярим. Ты в рабстве. А, ну блять, хули Марагрим пока ебанем, блять. Сейчас ты у меня, Костя, в рабстве больше. Да там даже если просто трэш чистить до каратреса, это вот столько и будет. Да пиздишься у меня. Это пиздопады убираем и... Пиздопад. Падаем, диван, тихо, не бегайте, сука, не бегайте, встали, умерли, блядь, диван дали на одно тело, дал не бежать, Гоша, сука, вернись, вы что, дауны, что ли, вы понимаете, нихуя, я вам говорю, не бегайте, вернитесь сюда, умрите. Блядь, сука, Пасифея, умри. Ну они по всему инсту будут бегать, нахуй, не вставайте. Не вставайте, сука, не заходите никто никуда. Пасифея. Сейчас вот когда исчезнет он. Ты куски хоть записал? Записал. Ой, ёбаный в рот, блядь. Я выиграл лотерею. Короче, нахуй. Давай, нахуй. Ты, Костя, не снимай. Да, я вижу. Ну вот теперь можно. О, сюда большой идет. Я спрячусь пока. Это все. Леха в прятки играет. Никто не спрятался, я не виноват. Ну, как говорится. Леха, он ушел. Если я не вижу, то и меня не видно. Да, да, да. Так, кто там замена есть, плюсуйте. Костя, снимайся. Так, Виланию. Мне нельзя. Мне нельзя, я сниму. Так, выхожу из инста. Инвалид в Дискорде, наверное, он тоже на замене. Вот его берите. Друг инвалид, заходи. Ну, нам придется типа. Его нам надо точно. Нам либо Романа Хапала придется загонять, либо еще кого-то. Либо Вайда. Настало время Волониров. Либо, кстати, Вайда в натуре. У меня есть холипар. Еще раз говорю, настало время Волониров. Двух? Трех. Я мутану нахуй, хватит нахуй. Что, нельзя так про любимую пушку Вайда рассказывать? А ну, отойдите все за угол, отойдите. Ты проведешь? Да я диван, блядь, сниму. Резаемся тут, хаваем. Дай ассиста мне. Ты где там? И бабушу вайпнули? Четвертая пати. Да там сагрили Мара Грима, блять, и большой пришел, блять. Ты что там?
Ладно, я пока на вара прыгну. Смотреть меня. Какой вар нахуй? Ты чё, блядь? Ну я на волноступа только зашел. Ну, блядь, ладно, нахуй. Да, а у нас есть лог, чтобы тебя сумонить? А, пока трэш бьем, можно прилететь. Я давайте, блять. Трэш самое. Друид инвалид сам летит, трэш, давайте, блять. Вот, Иннер бидон удал, блять. Каску дал. Мне на инсику заходить? Нет. На, второго хпала, кто будет? Ну вот зайдет, наверное. Бля, ну здесь же не надо два, давайте подумаем, как дойдем. Начало Мурагрима, ебанем. Посмотрим. Просто пока мы трэш чистим, могли бы зайти и уже лететь. На том боссе тоже трэш будет. Блять. Какой репи-чип, нахуй, ты шо, охерел? Я сказал, я на Монобрима зайду. Луфай, может, заберет тут что-то. Ты кольцо залутал, отдай кольцо другим. И ты, которая эта метка с РПБ, вот это вот? Это за танковская. Потом, танковская. Потом я буду лутать тоже, напал. Кирсори, пока жди, сейчас к этому ближе подойдем, посмотрим. Че у нас там по штанам, дайте инфу, кто какие токены вот это из трех токенов? Пасифея, ноги. Пасифея, ноги. Пасифея... Я штаны тоже забираю по приору сейчас. Пасифея четвертый, а да. Ты первый лутаешь штаны, да? Да. Да. А Пристовский кто лутает? Равис, наверное, да? Ноги же вроде у него, нет? Да. Так а почему ты ноги лутаешь? Ну мне там второй какой-нибудь надо. На разницу. Ой, приор нет, есть. Я имею в виду, что такая у нас же у стелси один кусок, а не два. Два куска у стелси. Стелси два. Плечи и руки. Что там еще мобы есть, не? Или пойдем туда сразу проходить? Давайте, кто там побежал? Пошли за ней. И туда проводи в угол. Друидовский лутает Мэтт Фокс. Юлю захиливаем, Лингрена захиливаем, блядь. Где Лингрен? У него это второй кусок. Кто лутает друидовский? Мэтт Фокс. Стоп, муравистый четвертый кусок. Вот проводи но сюда. Мэтт Фокс второй тоже. Проводите сюда в угол. Не надо тут стоять, блядь, босс еще придет. А Мэтт Фокс на кого открывает? Мэтт Фокс на Хила. Вроде говорил. На кого там Мэтт Фокс? Да, мне без разницы. Можем дерево второе сделать. Даже нету. Ну, желательно, да. Это почаще в рейде, чем друид инвалид. Пачку добьете, порезайте там лидах, я упала. Подъебало не вставайте, вы там, блядь, зверолов он кливает, нахуй. Или что это непонятно нахуй. Вот череп он кливает, блядь. Или слишком трудно это понять. И косты сбивайте мобам по возможности. Жирный идет нахуй в комнату. Ну он же сюда не придет. Андрейте, только не спульте его. Сейчас вот этого добивайте и есть им людей. Главное, чтоб не спулили какой-нибудь. Забери лутера, поставим, забери. Да, да. Нихуя вы жуки. Ну это дорогая БЭшка. А, то есть мы для тебя поэтому не нам бомжам она не достанется, да? Ну и бать. Нет. Ну вам рыба и фласки это выдается, бля. Где ты, блядь? Так-то ешь недельный в четвертой ебаной группе, блин. Рыба стоит, ешьте. Там с другой стороны трэш.
Сейчас порезаются все, отопьются. Так, а может, мы еще... так может я сейчас пулю этого ёбка приведу сюда? Пока он не ушел, блядь. Ну давай, веди. Беги. Только главное босса не спулить. Он вообще вредный пидор. Он какой там вообще? Может быть с болезнями сейчас выпадемся тут прям в рыбе, блядь. Не-не, нормально. В уголок его ставь, заводи в уголок подальше от босса. Чтоб никто не уволок. Да. Бриза, ну чё, палаха дали? Леща дали разочек. А пиво дали? Отцовского. Может быть зеленые лужи или Милан Мобайл, или много мобов всего, смотрите. Пик. А вы Каратресу ёбнули уже, да? Нет. Нет еще. Че, вас кого убили? Око закрыли на пол. И рыбу. Понятно. Раздробитель клива этот, бегите от него, блядь, танк есть там, не? Вот он кливает, не подходите под него. Почему типы с ночного дозора пишут про какую-то замену в нашей РТ? Ну, я на арте спрашивал. Он, там уже не будет рейда. Вот он, если что, у нас на замене. Он КД не хватал, да, у них? Да. Там этот дробитель, там... этот раздробитель вышел с прохода. Сзади моб. Ведьму сыграли сначала. А чё он в рейде стоит? Ну, потому что его бьет. Он сзади вышел. Он сзади вышел, да. Он с прохода, наверное, был. О, малыш, нихуя ты жесткий, нахуй. Зерлов, по-моему, это... тоже кливый. Одноразовая акция. Из-за угла там приведите еще. Бля, думаю, если сейчас два куска выпадут, думаю, открыть сразу потестить 2Т5. Слава. Я, наверное, все. Я уже не могу сидеть, у меня башка болит. Из глаза слезы текут. Я, короче, пойду чилить. Давай. Ну, давай. За рыбу накинем. И рыба. Что там на замене кто? Там Кирсориум есть. Кирсори, дурите, давай. Кирсори, лети давай. Окей. А ты то, что знаешь мое имя. Че, вообще в проходе тут ебаня? Да, да, да. Половинку можно. Коридор прочистить, кишку прочистить. Да. Кишка балды, блядь. Ой, я в этом шаре, слушай, ребят. Просещение кишки, блядь? Да. Посмотрим, Рома. Чё он хочет? Ну... чтоб сразу и сова 4Т5 появилась, и airdrop доп. Вот это. Ну, типа, друидовский токен попридержать. Ебать, вы набрали. Ебать вы там наплыли. Ну, придержим. Ну, слепца ёбнем и потом типа отдавать его. Это там хорошенько, уйдите, ну, милики, ну уйдите нахуй, ну вы видите, много мобов идет, отойдите, постойте, блядь. Почему вы такие, сука, самоубийцы, нахуй? Ну, призан, выйди, ёбан. А кто там напал?
Не знаю, кто это принял. А, я понял, бетонную. А, заберите, заберите, блядь. Сука, есть таунт у кого-то, блядь? Это все пиздопады вот эти ебучие, блядь. Какие пиздопады, блядь? Пиздопад. Это бидон. Ведьму вон убивайте. Бидон, да. Ведьму сливай. А как бидон там привезти? Ну, он пошел и привел. А. Красава нахуй. Он, это, видишь, расслабоние хилит. Да, блядь, что вот, когда тело падает, его резать, понимаешь, надо бафать заново, нахуй. Ты-то не бафаешь нихуя на ханте, блядь. Так бы ворчал так же. Вот он встанет, ему сейчас лапу нужно дать. Вот дрюти нужно еще умер. Ты урги накинул и пошел. Да. Это... Ну, все, погнали, хуй, где мы там его били, блядь? С какой слева. Стороны, нахуй? Слева. Слева, по-моему. Так, вот блядь. Рыба. А вы... Слева, вон посередине палатка стоит. Вот это вот. Это, вот Костя, у тебя фласки остались? Да. Возьму. Вадикон, у тебя есть еще фласки? Ты когда себе репу уже вкачаешь? Я... Одна штука есть. Кто бежит? Почти да, две меня... есть меня... вкачанных. Мы без Керуса ебанем тогда нахрен. У меня голды нету, чтобы репу эту вкачать. Керус ну, уже не надо, нихуя с Мирагрима. Кидайте обмен, а там СПДшную. Ты имеешь в виду Керсори? Керсори, да, блять. Главное. Жетоны воина запустили. Чё с Малгримой? Триня, ну, в принципе, нет. Триня не тебе. У тебя меньше привора. Кидай, ведь обмен. Рипи бич забирает, да? Начинаем, если что, бить, блядь. Алло, нахуй. Не насиживаемся, он до инста еще не долетел. Мы будем бить 24 сейчас этого босса. А Вилани, все, ушел. Да я сейчас зайду в инст уже. Ну и хули толку-то. Да тебе там еще идти далеко. Тебе ну, ничего, просто хили, стой в жопе и хили. Эволух. Ничего тебе знать не надо. Кирсори. Зашел, нет? Я зашел, да, да. Ну чё ждать его нахуй, пускай бежит. Да не, похер, бейте, бейте. Всё, да если в инсте все равно лут можно. Я единственный с инста только дурочку хочу. Да говорить, дробите мной, что? Факт, что я золотая. Да, да и Юлаша все танчит. Юля все танчит. Вера, давайте. Здесь. Слева, я кстати, может, если что, босс портануть в эту глыбу. Типа, быстрее добежишь до нас. Было бы здраво. А здесь проход не закрывается? Нет, там бы слава. Нет. Я в говне, напуливай, эти боди там тоже напуливай. Они как сойдут. Я в оглушении стою. А, там одна псифея, я понял. Смотрите, когда мобы идут, там пристанавливайте свой ДПС, чтобы не вайпануться. Вон стаки на челиках. Они. Ну два на пулу в контроле было. Вот тварь такая, а. Крылья прожал. Не. Только разогнал, по-моему, блять, волы бы эту ебану засунул. А чё за хуйня? А, блять, понятно, ДЦшника нет, нет. Каратреса без ДЦ такой сеть тоже бить. И еврей на магии я чилит. Я на ДЦ, да. Ходичка на ДЦ. Сейчас зайдёт обратно ДЦ. Он чисто за кольцом. Да я понимаю. Да угомонись, Гоша. Все. Будьте твое колечко, нахуй. И с этого, правда, утрая. Знаешь, что там. Кто зовут? Предварить.
бить, что ли? Ну, видимо, да. Нахуй ты подъебала зашел? Да, я думаю, вижу там я. Смотри, все маленькие. Кира, срыси его. Пиздец, он заебал. Ты в саму поле. А мне если что, забегать можно? Получите. Забегай, блядь. Ну не знаю. Только тебя не пустят. Бой. Вар, все можно. Шары полетели. Выходите, вон там ДКшники, берите. Я ловлю. Диспел. Диспел. Блять, пиздец, паладины нахуй. Ну ладно, меня убило еще, да? Вытащили. Не знаем нахуй, что такое диспел нахуй. Мы вообще нихуя не видим нахуй. ДК, жмите панцирь. Рави, срезай, Лингра. Ебать. Я ловлю еще один. Я ловлю следующий. Так. Диспел, диспел, вара. Вставай, блядь. Давай, давай. Давайте я на диспеле побуду. Ну резай Лингра на Водикон. А зачем так добить? Ловить. Ты положишь сферы. Стелс умерла, опять. Ясно, нахуй. Сверху поймайте. Главное ДКшники. Я понимаю. ДКшники что там делаем, блядь? ДПС крутит. Мобы еще. Ну у вас еще минус на пол. Все, я больше не поймаю. Шарики берите. Мастер, выйди, пожалуйста, нажми панцирь не зыбы, поймай сферы. А, блядь, 4 сферы в панцире не зыбы поймать можно. Все, Гоша, пизды на ДЦ. Дай лутера там. Сам раздашь. Ладно, это слишком легко. Дима, гандон вонючий, блядь. Ну-ка подними, развернись. Так, где там каратрес, пошли. А извинись, нахуй. Это ты извинись. Хуяля, блядь, в зал оскорбился, нихуя. По трупу моему прошел, блядь, интересно. О, мэтфокс, нахуй.